Продолжение темы. Слово «мама» всегда ассоциируется с любовью, добротой, лаской. Мама – самый близкий человек, который заботится о детях, несмотря на их возраст, статус, семейное положение. В преддверии Дня матери наши корреспонденты побывали в 1-м и 9-м детских садиках. Что пожелали своим мамам самые маленькие славянцы, смотрите далее. А в ноябре луч солнца слабо тонок, кленовый лист кружится у двери. И не беда, что день осенний так недолог, сегодня праздник мамочки моей. Я хочу пожелать своей мамочке, чтобы у нее было здоровье, чтобы она была крепкая, чтобы у нее хорошо этот день прошел. И чтобы она никогда не нервничала. Мама любит и жалеет, мама понимает, мама все мое умеет, все на свете знает. Почему кусает тосы, спрашиваю прямо, и на все мои вопросы отвечает мама. Скажет мне, откуда с неба снег зимой берется, почему буханка хлеба из муки печется, почему собака лает, что во сне приснится, почему... Сосулька тает и дрожат ресницы. Почему на небе точка, а в лесу лужайка? Я липучка-почемушка, а она всезнайка. Я хочу пожелать маме, чтобы она была, чтобы она не болела. Я бы хотела маме пожелать здоровья. Я люблю свою мамочку, потому что она добрая. Этот день очень важный для всех мам, для всех деток, для моей дочки, потому что она в будущем будет тоже мамой. И, конечно, это самое дорогое, что у меня есть. И я надеюсь, что этот день она запомнит и будет всегда отмечать, и чтить, и знать. Дел и дорог будет в жизни немало. Спросим себя, ну где их начало? Вот он ответ наш правильный самый. Все начинается с мамы. Мой сын очень трепетно относится к этому празднику. Для него очень большую роль в жизни играет именно мама и его бабушка. И он готовится как в садике к этому мероприятию, так и дома. Я замечаю, как он, пряча от меня какие-то сюрпризы, готовит, что-то там лепит, что-то где-то клеит. Мама на глазах родных прекрасных, столько доброты, тепла и света. На школу в вопросах самых разных, мама на глазах найдешь ответы. Этот праздник для любой мамы, он очень дорог, и детки к нему все готовятся, учат стихи, пытаются сделать какие-то сюрпризы для своих мам. Начался он, конечно же, очень хорошо, ребенок с утра самого поздравляет, хочет, чтобы мама целый день была с ним, но маме надо бежать, и иногда домашние заботы превыше всего. Но детки всегда на первом месте.